Вновь каждый парус наполнился ветром! Все наверх! Поднять паруса! Спустить все в номерах! Убавить паруса! Все паруса! Висели поднять! Ловим шквал! Бакборд! Там кто-то в воде! Живой, сэр! Рифить все морселя! По правому борту! Поднять лисы! Добыча, сэр! Все давай! Паруса спускать! Убрать гроты!
Капитан в воде! Да ну! Отпрыск самого Уильяма Кида. Совсем юнец, но такой же озорник, как покойный отец. Весьма рад встрече, Кенуэль. А ты все так же элегантен. Стянул костюм у какого-нибудь франта в Гаване? Нет, сэр. Я снял его с трупа, принадлежащего хаму, оскорбившему меня прямо в лицо. Ха. Что ж, ходят слухи о нападении на плантацию. От меня ведь нет секретов? Похоже, что нет. Каждый день мимо проходят шхуны с сахаром. Везут с соседних плантаций. Они достаточно часто причаливают сюда поторговать. Есть один человек, на котором можно хорошо нажиться. Пожелаешь ограбить плантацию, я его покажу. Пожалуй. Этой плантацией владеет господин Бекфорд? Именно так. У него много плантаций, и он безумно богат. Таких-то и нужно грабить. Где-то здесь есть его человек. Проследи за ним. И он выведет тебя к цели. Да, да. Сам господин Бекфорд одобрил эти цены. И он уверен в качестве товара. Ну да, паток и тростник ничего так, не поспоришь. Я очень рад, что вы так считаете.
Хоть ваше предприятие и несколько сомнительно, вы кажетесь дельными людьми. And the crossing was without adventure? Capital. We wanted for nothing, I assure you. Though, a week underway, out popped the most exemplary Frenchman. Oh, dear. Ah, Kenway, верно? Yes. Боффорд, Мэннинг, ко мне. Здесь мы закончили. Да, сэр. Куда дальше? Вернемся на плантацию и загрузим трюмы товаром. Урожай в этом году удался. Говорите тише, сэр. Это ведь не дружественный порт. Глупости. Я только что чудесно пообщался с одним местом. Мы пришли к соглашению. Как скажете, сэр. Поднять флаг, парни! Пора домой! Пошло! Капитан у руля! Капитан на вахте! Кроты по ветру! Капитан, вы задумали нечто рискованное? Этот взгляд мне знаком. Да, ты прав, Аде. Я только что слышал, как один из людей Бэкфорда похвалялся своей плантацией и складами там. Думаю, мы могли бы избавить его от этих товаров и продать по куда более выгодной цене. А, славная мысль. Я только за. Паруса отдать! Давай, красотка, расправь крылья! Правый борт, кэп! Замечен груз, кэп! Осторожнее, капитан! Тут постоянно патрулирует враг! Стой, Аде! Впереди враг! Я вижу! Слева, сэр! Ого, добыча! За нами корабль, сэр! Думаю, это Дендер! Королевский флот! Кажется, один! Это человек Питера Бэкфорда. Слыхал о таком? Сахарная империя Бэкфордов. Да, Бэкфорда и Драксы. Я знаю эти имена. Другие рабы проклинают их. Ты работал на плантации, да? Да, на небольшой. Я тогда работал в варочной. В варочной? Что же там варят? Тростник? Или что другое? Сок тростника. Делать сахар непросто и опасно. Потому он и стоит так дорого. Как устроен рабочий процесс на плантации? Сначала тростник срезают, потом перетирают между железными жерновами.
зубами и давит сок. Потом, чтобы выпарить воду и получить сахар, мы кипятили собранный сок в огромных медных чанах. И знаешь, брат, нет ничего горячее кипящего сахара. Он липнет к коже, как птичий помет, и жжет, оставляя страшные шрамы. Рифы на фоке! Слишком близко вставать нельзя. Солдаты с плантации точно поймают нас. Бросаем якорь. Ты на берег. Мы присмотрим за галкой. Случилось? В чем дело? Отметили, сэр, вот и все. У Джонса именины. И вы осмелились выпивать на посту? Не беспокойтесь, у нас все улажено. Что ж, скоро узнаем. Сегодня нужно удвоить стражу. Удвоить, сэр? Но зачем? За мной следили по пути сюда. Если не ошибаюсь, пираты. Хотя корабль был слишком велик для этих негодяев. Но точно не работорговцы, судя по кораблю. Удвойте стражу, пьянчуги! И смотрите, не проморгайте ничего важного! Эй, наверху, шевелись! Работа не ждет! Простите, сэр. Я буду смотреть в оба. Бог мой! Что такое здесь творится сегодня? Как собираешься бить тревогу, если ты, мертвецки пьяный, на ногах не стоишь? Простите, сэр. Я в норме. Если увижу что-то странное, тотчас же ударю в колокол. Обещаю. Здесь за все отвечает. Мне нужно попасть на склад и немедленно. У кого из вас недоумка, ключ от склада? Ну? Трезвых здесь совсем нет? Дайте мне ключи от склада! Ключ, черт побери! Найдите мне ключ! What was that, Joe? Gently, master won't take kindly to broken goods. We all want to get to our point. What was that, though? Task in hand. You can curse me later. Now you won't. I'd keep that sucked away if I were him.